Полгода назад, при назначении нового губернатора, мы встречались с активом в более узком составе области и намечены ключевые направления развития на предстоящие годы. Конечно, все это будет уточняться с расчетом на пятилетку. Мы упростим эту программу, чтобы она была понятна не только активу, чтобы люди понимали, что будет, чтобы руководители предприятий понимали, как мы будем развиваться. А для этого надо взять из советских времен, многие это помнят, когда версталась программа, тоже на 5 лет развития, прописывались те предприятия, которые будут построены. Очень хотелось бы, чтобы кроме традиционных появились новые. Но для Минской области одним предприятием обойтись нельзя. Я думаю, 2, ну а если можно 3, но это должно быть абсолютно обоснованно. Для этого должны быть денежные средства.